Дорогие друзья, приветствую. Скорбим по погибшим. Я хочу сказать, что завтра в 20 часов бесплатный ликбез для всех близких, родственников, далеких, друзей. Пожалуйста, бесплатный ликбез под знаком Берегиня. Под знаком Берегиня хочу вам сказать, что быстрее меня после терактов. А я потом учил психологов МЧС и врачей учил этому, как выводить из острого стресса взрослых и детей. В Кизляре, Каспийске, Беслане, Волгодонске, Минводах. Это же я делал. Поэтому быстрее меня никто не поможет. И моим детям, Алену и Шейлу, которые вместе со мной выводили в Кизляре, в Каспийске, они подключатся, я их попрошу найти время сейчас, потому что я никак связаться с ними не могу, они чем-то заняты. Вот сейчас я пробьюсь, созвонюсь и скажу, и они с удовольствием поделятся хотя бы своими самыми любимыми приемами, которые быстро работают, которыми я у них по существу обучался этим приемам у своих детей. Они психологи выдающиеся. Я почему про это рассказываю? Чтобы вы не игнорировали этот бесплатный ликбез, а передавали друг другу, передавали друг другу, передавали друг другу. Это будет очень быстрая помощь. Да. Такой в мире нету. Чтобы вы это понимали, осознавали, знали. В мире такого нету, чтобы так быстро выводить людей из шокового состояния. До встречи. Кстати, программе ТВПВ. Сейчас. До встречи. Сказал.